Вернувшихся из Казани спортсменов здесь встречают хлебом с солью. Спорткомплекс Александра Карелина – это та спортивная площадка, где вместе тренируются именитые спортсмены и совсем начинающие. Из Мурманской области приехала большая команда юных пловцов. Им посчастливилось пообщаться с борцами, которые только что вернулись с универсиады, где завоевали 5 золотых медалей и 1 серебро. Ребята оказались более лучше, выступали более лучше, чем мы думали. Значит, из 7 своих категорий мы сдали 6 медалей, из них 5 золотых и 1 серебро. Значит, конечно, большая заслуга этой базы, которой мы готовились, и раньше тоже готовились, а именно подготовка этой сборной команды к Всемирному совету была именно здесь, в весне, которые нам создали все те условия, которые должны были для сборной команды. Все дни, пока шла универсиада, в отеле «Весна» волновались, каков будет итог выступлений. Ведь здесь продумывают все до мелочей, чтобы подготовка спортсменов проходила на высоком уровне. Потихоньку то, что мы в наших силах, то, что мы делаем для вас, ну, вы только даете такой импульс для того, чтобы это делать дальше. Дальше и еще больше. Потому что ваши победы – это не только ваши победы и победы России. Это победа то, что вот на этой базе вы это добиваетесь. Потому что в общем количестве, наверное, процентов 80 уж точно вы находитесь здесь. Поэтому благодарю вас за то, что вы есть, тренерский состав. Победители универсиады делились впечатлениями, отвечали на вопросы юных северян. Они признались, на ковре им легче, чем перед микрофоном. А секретом успеха назвали труд. Есть и призеры, конечно, вот 84 килограмма. Я думаю, молодая команда, и в дальнейшем они себя еще покажут, потому что на самом деле хорошие, достойные все ребята, трудолюбивые, целеустремленные, и это самое главное. Хаджимурат Гатсалов – российский борец вольного стиля, многократный чемпион мира и Европы, чемпион Олимпийских игр. В Северной Осетии он еще развивает хоккей. А всем спортсменам, и младшим, и старшим напоминает – спортивный век короткий и необходимо учиться для дальнейшей карьеры. Пловцы в завершении встречи брали автографы и фотографировались на память. Мне очень понравилась встреча со спортсменами. Я задала вопрос, то, что были у вас такие моменты, когда хотелось уйти все и бросить. И мне понравился момент, на самом деле, они ответили честно, сказали, то, что были такие моменты, но они с ней справились. У вольников впереди новые рубежи и новые тренировки. В спорткомплексе Александра Карелина отеля «Весна» созданы все условия, чтобы копилка медалей национальной сборной пополнялась от турнира к турниру. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.